Лучшие в своей сфере и любимые жителями. Попасть в топ такого рейтинга хотели бы все компании, тем более, когда лучших выбирают сами потребители. В Барнауле прошел финал 4-й премии «Народный знак качества». Бизнесу сейчас вообще, в принципе, тяжело продавать, да, у нас огромная конкуренция. Мы живем в эпоху информационного шума, когда из каждого утюга рассказывают нам об услугах и товарах. И вот сейчас очень важно, чтобы бизнес именно проложил вот эту дорожку к сердцу. А это вот через такие премии и делается. Бизнес-ФМ «Барнаул» и региональный информационный «АМИК» – организаторы проекта. Отмечают, с каждым годом активность жителей, заявляющих любимые компании, только растет. В 2024-м номинировано почти 600 организаций со всего края. Качество, выполнен заказы в срок, сложные заказы, которые другие не могут взять. Завод мы уже с давней историей, уже давно существует, но в таких мероприятиях еще ни разу не были. Мы занимаемся производством трав и чаев, хобби для мужчин, самоконаварение. И у нас более такой народный бренд, можно так сказать. То есть он и девушки, и женщины, и мужчины, все участвуют в этом, что приносит им удовольствие. Отсюда и обратная связь. В проекте было 16 открытых номинаций, где свой выбор делали жители, и 4 специальных, где решения принимали эксперты и организаторы. Жители, и так голосующие рублем за ту или иную компанию, с удовольствием голосовали сердцем. В этот раз победителей определяли 22 тысячи жителей края. Конечно, много способов для того, чтобы оценить застройщиков, прорейтинговать квадратные метры, объем строительных работ. Ну, конечно, здесь народная любовь вне конкуренции. Несмотря на напряженную борьбу за народную любовь, участники философски относились к соперникам. Барнаул такой город, что нет здесь большой конкуренции. Мы все соратники, мы все друзья здесь. Общение. Бизнес должен пересекаться, бизнес должен делиться впечатлениями, бизнес должен показывать, что он жив, что он действует, что он работает. То, что край, мы сегодня проводим такие конкурсы, позволяет нашим компаниям подтверждать еще раз качество, полезность и то, что наши продукты всегда будут лучшими на столе у наших потребителей. Судя по истории проекта, в следующем году участников премии должно стать еще больше, ведь она подтверждение народной любви и показатель правильности развития своего бизнеса. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.